Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня будем играть довольно крутой кликер под названием Мегало Мелоди. Здесь, ребята, мы будем заражать людей различными вирусами, за счет чего будем зарабатывать себе очечки, конечно же, и за них прокачивать становится все сильнее, да. Как бы эта игра мило не выглядела, но она довольно суровая такая здесь получается. Заражаем людей какими-то вирусами, и они все будут после этого страдать, как бы мы мило не выглядели. Кстати, вот этот монстрик, это наш тот самый распространитель вируса, его все хотят обнять, а он всех заражает. Хотя, может быть, на самом деле в будущем это придет к чему-то хорошему, но пока что это выглядит коварной очень игрой такой, знаете, ребята. В общем, да, зарабатываем все очечки и делаем различные апгрейдики себе. Вот наш чувачок, по идее, по нему тоже можно что-то покликать, но я не знаю, зачем это нам нужно. Нам нужно скорее вот это покупать, это различные апгрейдики, да. Вот здесь все это можно делать, сколько людей там заряжено. И, конечно же, ачивочки наши прекрасные. Можно потапать по Тиклишу. Тиклиш его зовут, что ли? Да. По нему можно, походу, покликать и после этого получать тоже ачивочку. Ачивочка, может быть, что-то клевое нам даст. Первую ачивочку, которую легче всего получить, по-моему, это сделать 750 кликов. Давайте попробуем ее сделать, плюс заработаем сразу себе очечков. А тем временем, ребята, пока вы это смотрите, не забывайте ставить лайки. Больше лайков, больше всяческих прекрасных кликеров, интересных, замечательных. Поэтому не жалейте ставить лайки. Больше лайков, больше всякого интересного, конечно же. Плюс меня порадуете, плюс флешек больше станет и роликов, кликеров побольше найду. Поэтому не жалейте ставить лайки. А тем временем я уже заработал 700 очков инфектед и 450 поинтов для нашей ачивочки. Так, ну давайте прокачаем покруче. Я, кстати, заметил такую интересную штуку. Не знаю, увидели вы ли вы, что это было, но можно схватить чувака и типа его выбросить на самом-то деле. Комбо X1 тап получается. То есть, если я их много выброшу, этих чуваков, то будет типа круче становиться или что-то в этом роде, я не знаю. Если я всех выброшу, может, у меня наоборот поинты перестанут появляться. Я без понятия. Снизинг, новая болезнь. Так, тут они вообще потом, пот у них просто течет рекой. А здесь у нас насморк какой-то получается. Замечательно. Прекрасные просто болезни. Так, можно еще прокачать. Давайте покликаем по нашей прекрасной вот этой штуке. Мегало Мелоди, не знаю, может, она так называется. Я не знаю, что означает название игры, поэтому осталось только придумать, как его зовут. Я бы его, конечно, Пинки назвал. Сами можете догадаться, почему. Так, ну ладно, поэтому щелкай. Тут еще какие-то мутейшн поинтс есть, но я пока еще их не получал. Видимо, до них еще надо дойти, нормально-нормально так дойти. Потому что, скорее всего, это недешево стоит. Так, ладно, вот это я пока покачаю. Вроде, кстати, новых ребят не появляется, поэтому можно повыбрасывать вот этих вот. И посмотреть, что же тогда будет. Давайте попробуем всех выкинуть и посмотрим, что тогда случится. Очки вроде и так идут нам, поэтому... Так, комбо, 2x2 тап. Так, сейчас попробуем, пока комбо держится. А, все, я понял, значит. То есть мы их выбрасываем, добиваем себе нужное количество комбо. И после этого нужно быстро прощелкать, успеть снова выкинуть чувака, чтобы комбо дальше держалось, и вот снова вот так вот, в общем, по кругу делать такую штуку, довольно забавно, в общем-то. Так, пока на такой апгрейд не хватает, мне кажется, самое нормальное делать вот этот апгрейд пока что. Он дешевый и довольно эффективный, в отличие от этого насморка нашего. Так, соточку сделали, все, это максимум. А, не, еще можно прокачивать, смотрите, как оно быстро в итоге летит. Так, а если я так сделаю, прокачивается ли только за тэп, да. Только за сам щелчок прокачка идет, поэтому это не так круто. Ну да ладно, в принципе. Будем сейчас вот это прокачивать. Плюс 6 инфектедов получается в секунду. Благодаря этому пойду я покликаю по этому чуваку. Может быть, он что-нибудь мне все-таки даст. Он будет ко мне благосклонным или что-нибудь в этом роде, я не знаю. Кстати, я уже получил одну из этих звездочек, поэтому как бы... Вроде оно ни на что не влияет, можно просто его потыкать. Замечательное. О, смотрите-ка, что-то нащелкни на меня. А, он еще эволюционировать умеет. Вау, теперь он не такой милый, он даже страшненький стал. Опасный, смотрите, какая зубастая штука, такую видишь. Хотя, смотрите, не, он довольно милый все равно. Хотя, черт его знает, что он в конце там эволюционирует. Так. А, теперь еще какой-то насморк появился. А, это типа он не чихает ходит, а это типа насморк уже какой-то. Или черт его знает, я не разбираюсь в этом. Нужен врач в комментариях. Чем болеет это существо? Так, ладно. Продолжаем зарабатывать очечки. Так, я, пожалуй, x2 комбо сделаю, выкину этих людишек. Так, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу.
Пиу, пиу, пиу. Все, X2. И главное щелкать и себе обратно поддерживать этот X2 комбо. Успевать. Вот тогда найс. Так, оп. Nothing is safe. Эй, не мешай мне, чертовы шарики еще могут мешаться на самом-то деле. Через них щелкать нельзя. Еще можно домики щелкать, не знаю, что это дает, честно говоря. Блин, не успел. Вот видите, можно по домику пощелкать. Было бы забавно, если можно было побыстрее планету крутить, но так нельзя, к сожалению. Так, 30 тысяч. Я хочу за 50 тысяч и плюс один... А, видимо, прокачается вот это и плюс один добавится в секунду на наши 315 infected, получается, или сколько? А, нет, сколько это в секунду делается, получается. Ну, даже не знаю, что лучше даже прокачать нам. 18. Давайте вот это, наверное, прокачаем. А, нет, это стоимость получается. А это сколько инфектов? Просто немножко еще не разбираясь в этой системе. Мне кажется, пока что самое выгодное, это самая первая прокачка. Она реально стоит дешево и дает много. Поэтому, ну, не знаю. Кому как, но мне кажется, лучше прокачивать самую первую. Так, еще есть какой-то есть телевизор. Blockbuster бонус. Так. А, если посмотреть рекламу, то вам дадут бонус. Понятно, вот что это такое. Типа в два раза быстрее будет все работать. Ну, кому это надо будет, посмотрите, попробуйте и так далее. Я это делать не буду, потому что зачем мне его показывать всякое лишнее в ролике. Да, а потом еще монтировать это придется. Так, мне интересно, вот эта шкала уже почти заполнилась. Это снова можно эволюционировать или что это? Смотрите-ка, эта шкала опускается и очень быстро теперь идут, прибавляются очки. Хм, что это такое, интересно? Прям реально очень много заработали. Видимо, если эту шкалу заполнить полностью, то реально какая-то крутая штука нам дается. Прикольно, да, вот эти вот поинты уходят, получается, да, и дается что-то крутое нам взамен. Блин, прикольно. Так, а что у нас следующее? Февр есть. Но я хочу прокачать вот это. Давайте просто вот это вот охренище прокачаем. Вот так вот можно, вот так вот можно. Давайте один раз купим и посмотрим. 80 больных. Хотя ладно, давайте это тоже купим. Почему бы и нет? Почему бы это не купить? Если уж нам дали столько бобринских, наверное, надо это купить. Все. Я буду заново заполнять вот эту верхнюю шкалу, и все будет найс. Так, можно вот этого покликать пока. Ей! Так, питомчик мне написали. Замечательный питомчик, который всех заставляет болеть. Как же мы его любим. Так, блин. Ну ладно, буду заполнять эту сейчас фиговину сверху опять и зарабатывать тонны денег. Да. Потому что эта фигнюлька сверху реально много очень дает. Так. А, кстати, сам по себе заполняется. Не обязательно, чтобы я даже кликал, но с кликами, конечно же, побыстрее идет. Поэтому лучше я все-таки буду кликать и заполнять шкалу гораздо быстрее. Блин, мне бесит, что ровно в центр надо кликать. Чего именно в центр? Так, давай. Больше вируса. Больше всякой заразы. Давай. А-а-а. Почти. О, все, пошло-поехало. Смотрите. Миллиарды. О, а, это типа бонус такой получается у нас. Смотрите, за клик дается тоже дохренища. Этакий буст получается на короткое время. Блин, прикольно. Прикольно, мне нравится. Так, следующие апгрейды, правда, стоят безумных денег. Я, пожалуй, вот это буду прокачивать. Так вот буду я делать. Мне кажется, так наиболее правильный вариант. Всего по чуть-чуть прокачать. И тогда все у нас прекрасно, замечательно. Ну, может, по тебе покликать. Может, он еще прокачается. Я бы хотел увидеть его новую версию. Ну, прям какой-то покемон, знаете, на самом-то деле. Такой покемончик. Милый, классный, зубастый покемончик, который переносит себе самые, наверное, безумные болезни. Или что там вообще может быть. Хотя пока что они супер-мега чем-то фатальным не болеют. Просто температура там, насморк, чихают там и потеют. Но, может быть, в будущем там будет что вообще поужаснее, которое всех будет уничтожать или что-нибудь в этом роде. Не знаю, не знаю, к чему в итоге придем. Так, сделаю я пока вот так вот, знаете. Так, пошли вон. Блин, слишком долго, слишком, точнее, быстро комбо исчезает. Мне не нравится мне это. Зато, конечно, дается дофига. Так, надо только скидывать, сразу успевать. Как только она такая уже полупрозрачная, лучше сразу скинуть. И тогда все будет хорошо у нас. Бонус не пропадет. X2 бонус в данном количестве очков уже довольно неплохой. Кстати, это мы что, эвакуируем так людей или что? Вот, блин, черт их дери, эти дирижабли, шары.
которые мешаются нам. Прям напрягают они меня. Так, ну почему mutation points мне не даются, я не знаю. Видимо, надо либо игру рестартить, либо она где-то будет дальше уже открываться, это все это дело. Ну а на этом я буду заканчивать. Если вам понравился данный кликер, если понравился, ставьте лайки. Постараюсь найти больше подобных всяческих классных игрушек. Поэтому лайков не жалейте, мне будет очень приятно. Плюс я вам найду больше всяких кликеров. Так я буду знать, что они вам, конечно же, нравятся. Хотя они вам и так нравятся, но чем больше людей, которым нравятся кликеры, тем больше кликеров, конечно же. Если вы еще не подписались на мой канал, то подписывайтесь. Здесь много всяких-всяких флешек, игр и тому подобного. Да, поэтому подписывайся. Это все, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И хорошего, конечно же, вам настроения.